За курение в общественных местах оштрафовали более 5000 жителей региона. За 10 месяцев текущего года с нарушителей были взысканы более 2,5 миллионов рублей штрафов. Такую статистику в преддверии Всемирного дня отказа от курения привели представители правоохранительных органов на пресс-конференции в издании «Московского комсомольца» в Саратове. Врачи говорят, избавиться от пагубной привычки можно. Так, для табакозависимых во всех районах региона работают специализированные медицинские кабинеты, где гражданам помогают справиться с проблемой. Кроме того, существуют и специальные препараты, значительно снижающие тягу к курению. По словам врачей, никотиновая зависимость пагубно сказывается на здоровье. У заядлых курильщиков, как правило, масса заболеваний. В 4-5 раз меньше кислорода идет транспортировка кислорода ко всем системам организма. То есть мозг у курильщика, особенно злостного курильщика, постоянно пребывает в состоянии гипоксии. Соответственно, страдают все интеллектуальные процессы, но наши самые важные органы – мозг, сердце. Сейчас в регионе насчитывается 900 тысяч курильщиков, но, говорят специалисты, идет тенденция к снижению числа табакозависимых. Связано это в первую очередь с модой на здоровый образ жизни.